Привет всем. Я там смотрел True Crime видео одно, где, ну, перерыв на рекламу был. Я этот ролик выложил ВКонтакте на своей странице с вопросом на стене своей. Там, в общем, говорилось, что есть такая платформа образовательная, которая обучает не Skillbox, а которая обучает психологии, профессии психолога онлайн. И что за год ты получишь, станешь дипломированным психологом в России диплом и в какой-то европейской стране диплом. То есть, что получаешь два диплома. В какой-то европейской стране ты можешь преподавать и в России. Так вот, я хотел узнать, это правда или нет. Я попытался зарегистрироваться, но почему-то мой e-mail не прошел там. Еще мне, ну, я хотел узнать, это правда или просто деньги выманивают и на самом деле ничего не будет. А, ну, еще вопрос. Можно ли мне в Москве, например, в моем возрасте, довольно позднем, пойти учиться на кого-то? Потому что здесь больше возможностей для этого. И еще вопрос. Мне говорили, что если, например, ты устраиваешься на работу, и работодатель, короче, забирает твои документы и не отдает, то нужно звонить в полицию. А что говорить полиции, что я нахожусь по улице такой-то, такой-то, и у меня забрали документы и не возвращают, что ли? И что, они поедут реально помогать, что ли? Разве полиция не работает так, что когда убьют, тогда приезжайте? Насчет стрима, я бы с удовольствием провел стрим с телефона на ютубе, но стрим на ютубе я могу только с компьютера мог проводить. А у меня здесь нет компьютера. С телефона почему-то не проводит стрим, просто не получается. Только ВКонтакте получается стрим проводить с телефона. Но ВКонтакте мало кто смотрит. Еще там мне говорили, что не нужно говорить, что я приезжий, потому что они могут из-за этого сцену занизить специально, искусственно, или обманывать как-то. Что с клиентами работа мне не подойдет, потому что я не выдержу просто это. Там заявляется, что за, ну, с 9 до 9 работа, например, в Wildberries или в Озоне, или еще в каком-то таком месте. И за это время, с 9 до 9, тебе платят за это время работы 2000, ну, с копейками. Считается ли это хорошей зарплатой для Москвы или... Ну, мне кажется, это хорошая зарплата по меркам моего города. Но считается ли это хорошей зарплатой по меркам Москвы, я не знаю. Потому что здесь, например, все очень дорого. В Академию детского творчества я скидывал свои рисунки, они ну, им пришло это сообщение, но они так и не ответили ничего. Причем я скидывал не сумасшедшие рисунки, не в стиле Эдварда Мунка, экспрессионизма, а вот именно пейзажи и фотоотчеты с мастер-классов по рисованию для детей, которые должны были заинтересовать, и им должно было понравиться, но почему-то вот не стали со мной контактировать. Еще вот эта вот консалтинговая фирма, которая в том числе услуги работодателя предоставляет, то есть там на выбор множество профессий, разнорабочий, продавец, это. Я выбрал фасовщик, потому что я, хоть у меня не было опыта такой работы, но это единственная более-менее такая, наверное, подходящая среди тех, которые мне предложили. Они говорят, что ставка
ставка 250 рублей в час, работа до 11 вечера. Можно в дневное, в ночное время, но мне сказали, что, ну, сказал чел, что там посредники забирают часть зарплаты. Что нужно искать работу, где нет посредников. Вот, я сейчас в магазин иду, десяток яиц куплю, вот, в Dixie. Ладно, спасибо за лайки, за комментарии, спасибо вам за то, что вы со мной. С вами был Саня Аленин, великий художник, величайший художник в этом мире.